from the conditions, outer conditions, does it, or it doesn't come from the outer conditions? Счастье часто возникает из внешних условий, когда они складываются счастливым образом. If it doesn't come from the outer conditions, then what can we do? Если счастье не приходит со стороны внешних условий, то что мы можем сделать? Then we can turn inside and change the situation ourselves inside. Мы можем обратиться внутрь и менять свою ситуацию на внутреннем уровне. What do we need for that? Что нам для этого нужно? First of all, we need to be aware of what is happening. Прежде всего, мы должны осознавать, что происходит. We have to just recognize that we are feeling funny. Мы просто осознаем в какой-то момент, что мы чувствуем себя забавным. This is called awareness intelligence. Это называется осознанностью, ну, пусть будет осознанность просто. Awareness is taught in many countries. For example, in the UK, 42 universities are teaching the method of mindfulness. Вот различные виды осознанности преподаются уже на Западе, в частности в Великобритании, в 42 университетах преподаются так называемые методы mindfulness или внимательности. So when we are aware, then we are on the safe side. Когда мы осознаем, когда мы осознанные, мы находимся в безопасности. Because then we can decide if we react on that funny feeling, or we can decide that we just let it pass away. Потому что тогда мы можем принять решение, будем ли мы следовать этому забавному чувству, или мы можем его просто отпустить, пропустить мимо. We can decide to be angry, or we can decide to be happy. Мы можем тогда решить, злиться нам или быть счастливыми. This is the best way for us. Это для нас самый лучший путь. Хотела спросить, спасибо большое нашим гостям.